Да прям офигеть, ребят, вот я даже не знаю, грибники это опасные люди. Набухаются, корзинки растеряют. Там только что какие-то тапки нашли. Валидол кто-то жрал. Внимательнее в лесах, когда начнутся грибы. Очень внимательно. Скоро выйдут матерые грибники. Впрочем, это уже совсем другая история. Ну и вот он. Ребята, этот сигнальчик, как можете видеть, это у нас монитосинка. Состояние должно быть неплохое. О! Смотрите. Вот не вижу. Да, там что у нас там? Одна вторая копейки, по-моему. Второй первый должен быть. Ну да. Оп, какой-то нарост. Состояние будет хорошее у монитосинки. Да, ребят, скорее всего, какой-то типа хутор был. Я сюда. Прямо тут в количестве. Везде чугунки лезут. Керамика. Ну, вот, горшки глиняные. Вот. И тут такой кресток. Сейчас почистим. Вот такой вот кресток, но, к сожалению, он, ну, такой какой-то странный. А, не, он видно, смотрите. На нем вот видно. Крест сделан, кстати, оглавие. Такой даже на 16 век оглавие у него. Обратка. Ну, обратка, не знаю, конечно, чистить, мне кажется, но я думаю, на лысый. Здесь такой крест. И такая вот оглавие. Смотрите, она больше похожа такой на 16 век. Хотя вот глиняные черепки такие имперские поздние. Не заставил себя сигнал долго ждать. 31-й год. 31-й год. Это уже ранее. Пролетарии, ранняя монетка, кто не знает. О, какая. Не затертая, самое главное. Может, серебришка будет? А такие звуки. А, может, прислушиваешься. И я нахожу этому все больше подтверждений. В этих зарослях тут лазим. Вызвонил. Вот такой сигнальчик. Я вызвонил, ребята. Это, о, я вижу уже. Что-то серебром. Николай Первый. Вот. Пришлось, правда, использовать питьевую водичку, но оно того стоит. Сохран, кстати, вот он, сохран здесь неплохой. Можете видеть, 1842 год. Две копеечки с серебром. Довольно-таки такая приятная монетка. Нередкое, но приятное состояние, неплохое. Для любителей и профессионалов магазин металлоискателей грунтовик.ру. Большой выбор металлоискателей от ведущих мировых брендов. Катушки, аксессуары, запчасти, акции и скидки. Быстрая бесплатная доставка от 10 тысяч рублей курьерскими службами. Различные способы оплаты, включая оформление в кредит. Покупая в магазине «Грунтовик», вы получаете 100% оригинальную продукцию и гарантийное сервисное обслуживание в официальном сервисном центре. Интернет-магазин «Грунтовик.ру». Найди свой клад. Наши любимые советики. Куда же без них? Ветер какой-то прям такой нехороший. Ходишь, косишься, как бы бревном по голове не ударило. Смотрите, прелесть какая. 46-го года. Такая вот. Вообще не затертая. Приятно в руках держать монеты. Даже советские, без разницы, любые настоящие, которые без утрат, которые не затерты, которые выглядят красиво.
кресточек. Одна из любимых моих находочек. Такая вот. Вишка целенькая, все прекрасненько. В последнее время хожу без перчаток, не знаю почему, что-то как-то надоело в них. Наверное, уже некоторые заметили. Ага. Еще советик. Копеечка. 46-й. Такая грязненькая. Живая, бодренькая, вообще класс. Прям лопатой чиркнул, я чуть. Забираем. О, кресточек заросший. Такой вот с ушком. Это странно, там даже молиточки проглядываются. Здесь заросший. Сначала подумал, там внутри бывают деревянные вставки, а нет. Просто нарост внутри. Тут уже на выходе практически. Копеечка еще. Попалась. Да, николаевская копейка. Нарисовалась. Давно я, ребятушки, вот такие вещи не находил. Сигнал был где-то 60 на Апексе. И из земли вываливается такая монетка. Думаю, блин, на империю не похоже. Короче, это, ребята, рубль. СССРовский. Вот такой вот здесь написано. 1 рубль сейчас. На рост не отскоблю я. В общем, такой вот рублишко. Вызвонился еще монитосик. Ну, что-то мне кажется, какой-то поздноватый он. Ну, как я и подозревал. Вот он. Что-то мне кажется, вообще такой 80-х годов что-то. 20-ка должна быть, мне кажется. Но, к сожалению, даже не видно, что это такое. Ха. Там герб немного проглядывается и все, а? Набухаются, корзинки растеряют. Там только что какие-то тапки нашли. Я говорю, грибники — это матерые люди. Скоро они... Совпадение? Не думаю.